Всем привет, Blender 2.81, и давайте рассмотрим один аддон, прикольный. Там можно все делать, такое ништяковое. Так, Delete, куб удаляем, Shift-A, открываем, добавляем план вот таким вот образом. Так, теперь заходим в Edit Mode или клавиша табуляция. Немножко ждем, теперь Add в сабдивизии добавляем. Немножко его слегка подразделяем на 2. Вот так вот где-то пойдет. И теперь что сделаем? Заходим в табуляцию, нажимаем Object Mode, делаем так, добавляем Shift A. Еще один план. Теперь единица на numpad. Можно с помощью MOV его вот так вот приподнять. С помощью транспоза перекрутить вот таким вот образом поровнее. Ну или сочетаниями клавиш, кому как удобно. И в бок вот сюда вот так поставим. Смотрим что да как. Вот таким вот образом его поставим. Жмем теперь табуляцию. Заходим в режим редактирования. Добавляем сюда именно вот так вот, наверное, луп посередине. Теперь Select Box. Щелчок, снимаем выделение. Находим ребра и выделяем вот это ребро, вот это. Ну и нижнее. Так. Один план можно пока отключить. Так, все выделено. И опять его включить. Семерка на numpad. Теперь ставим английское R. Перекручиваем или давайте используем транспоз. Так будет удобнее. Вот так вот. Раз. Select Box. Теперь берем G. Вот таким образом вытягиваем. И немножко R. Еще вот так вот перетягиваем. И G. Возвращаем вот на этот угол. Вот такая штука получилась. Щелчок. Выделяем вот это ребро. Семерка на numpad и теперь G. Вот сюда его подгоняем. Вот получилось типа комнаты. Теперь ставим SZ. Выделяем английскую A, SZ. Немножко вытягиваем и G приподнимаем. Ну вот типа комнаты будет. Теперь заходим. Подразделяем ее немножко, наверное, еще. Так, сабдивизии. Ну, так, в несколько раз, много не надо. И Object Mode. Select Box. Теперь, что я хотел бы показать. Не знаю, забанят этот ролик, нет. Заходим в Edit преференции. И находим, давайте пишем Blender по-английски. И вот находится здесь аддон Blender Kit. Ставим галочку на, вот, напротив него вот так. И все, здесь автосохранение. Выключаемся. N-панель открываем. Находим вот, вот эту Blender Kit. И здесь вот чего только нет. Здесь есть материалы, потом есть модели, характеры, потом пиццы, стаканы. Короче, все модели, которые вам могут пригодиться. Вот именно здесь есть платные и бесплатные. Давайте зайдем вот в эту вот вкладку Active Asset Type и найдем Free Online. Здесь вот есть Sync Up и Login. Sync Up вам надо зарегистрироваться именно вот на вот этом вот сайте Blender Kit. Там есть все модели и так далее. Или после регистрации, как зарегистрируетесь, можете вот заходить, логин открываете, заходите на эту страницу, вводите логин, пароль и уже работаете. Так, ну давайте проверим. Я зарегистрировался уже. Там не составит у вас труда, наверное. И вот теперь посмотрим. Я уже выключал программу.
ноутбук не выключал. И вот посмотрим, как это все дело. Постоянно надо заходить регистрироваться или нет. Так, что тут еще можно сделать? Ну, давайте найдем вот материалы. Вот у нас выделена вот эта типа стенка. Найдем фабрик. Смотрим, что да как. Вот высвечиваются вот такие вот материалы. Фабрик не надо. Что тут с гроуп? С граунд. Вот такой вот материал. Вот это вот где замок, это вот платный. У нас стоит бесплатный. Перетаскиваем полностью на вот этот вот план. И ждем. Внизу идет именно скачка. Вот. С этого сайта. Бесплатные вот эти вот материалы. И вот почему-то... О, поперло. Интернет у меня, конечно, слабоватый. Ростелеком. Все знают, что это такое. Хочу работаю, хочу нет. Скачивается. Сейчас он дойдет до 100% и должен установиться. Вот появился здесь... В углу он. Переключаемся теперь на рендер. Вот эту вот. Вот этот шарик. И смотрим, как он присвоится. Вот такая теперь у нас стена. Вот такая фактура. Можно, конечно, тут и плитку делать. Надо вот по-английски. У меня с английским, конечно, плоховато. Надо все это дело разбираться. Ну, просто захотелось показать, что есть такой аддон и вот его возможности. Так, нижняя теперь вот эта часть. Переключаемся на нее, на нижний план. Ну и по берегам, пока они тут есть. Ну, давайте еще что-нибудь этакое, пока интернет у меня еще дышит. Типс вуд, органик. Ну, давайте вот металл подключим. Вот он, есть металл. Так, вот этот можно перетащить сюда. Смотрим, ждем. Сейчас он тоже вот качается, загружается. Все, 100%. Сейчас он должен подгрузиться. Все еще он подгружается почему-то вот на эту стенку, а на этот план не хочет. Возможно, давайте G вниз его вот так подгрузим. Может, он соприкасается, не знаю. И вот так вот перетянем на этот план. А прилипает он все равно. Так, смотрим, куда он вообще прилипает. Нет, вот именно к полу прилип. Скачка опять же идет. Материалы можно переключать здесь, вот опять же, пока вот качается, можно вот что-то выбирать. Разные есть здесь варианты. Ну и посмотрим, как. Во, это он был слишком близко к этому вот плану. Вот теперь его можно G и приподнять вот так. Ну вот теперь типа вот такая комната. Зайдем теперь вот в характеры и найдем здесь характер. Также можно на боковую вот эту нажимать и высветиться по подразделениям. Ну и давайте, я не знаю, вот человечка сюда подгрузим. Смотрим, сколько он там будет скачиваться. Вот таким вот образом. Ну и теперь N-панель. Вопрос теперь, как все это дело закрывается. Escape. Так. Выбираем человека. Жмем G. Подставляем его вот сюда. Ох, ё, он еще и с костями. Мама мия, вообще жесть. Он и с костями. Здесь вот тоже... По-английски все quick. Вот quick. Можно выйти из нее, наверное. Так, ну ладно. В принципе, работает вот таким вот образом. Нужно разбираться. Вот такой человек с
костями и попробуем в позу зайти. Вот эту я не знаю, как же ее закрывать. Так, N панель. И где-то, наверное, здесь. Bridge to Scene. Вот этот, наверное. Не знаю, что нажал. Ну, короче, английский я пока не знаю. Пускай все это дело повисит. Во, вот эта клавиша отключает эту видимость. И получается вот такой персонаж. Так, нажимаем на него. Нажимаем Shift. Вот косточки можно также Ctrl-P. With Automatic Widget. И уже использовать его в анимации. Экономит время, конечно, говорю. Прикольная штука. Через Shift выделяем и G приподнимаем до пола. Ну и G немножко вот так уведем. Словом, тут уйма всего. Вот теперь можно лазить, все это делать, сохранять полностью вот эту сцену и с ней работать. Материал обвалом. Кисточку убираем, все это дело закрываем. Логин ин. И так далее. Надо чуть-чуть тут попереводить на русский. Все, всем пока, до свидания. Вот такой прикольный аддон.